В научном институте идет эксперимент. Исследуют на людях влияние кинолент. Как на сознание воздействует кино сомнительного качества и снятое давно. Хороший парень Степа нуждается в деньгах. Устроился подопытным, плевав на риск и страх. Не знал он, что процессом, глумясь, руководит профессор Замышлявкин, злодей и эрудит. Эх, Степа смотрит фильмы, теперь он заточен. И если б не друзья его, он был бы обречен. Мутанты, диверсанты, собака и пингвин спасают его психику и смотрят вместе с ним. Фидель, кетчуп, лучшее достижение отечественной оборонки. Когда друзья все вместе, не страшен им злодей. Они все комментируют, чтоб было веселей. Теориям научным они наперекор хохочут и смеются, смотря проект «Попкорн».Здравствуйте! Добро пожаловать в проект «Попкорн» — эксперимента по изучению воздействия кино на сознание человека. Мне было бы вдвойне сложнее и труднее выдержать все это, если бы не мои друзья, которые приходят ко мне в гости. А вот они! Привет, Кетчуп! Привет! Привет, Фидель! Привет, Степа! Хорошо, что вы пришли, потому что мне без вас уже стало здесь одиноко и сложно. Ну что ты, Степа, как мы могли тебя бросить? Ведь то, что здесь происходит, самый бесчеловечный эксперимент из всех, которые я видел. Да, перед этим опытом меркнут злодеяния самого Франкенштейна и доктора Менгеле. Если опыт удастся, никто не спасется и не уйдет отсюда живым. Нас вызывает профессор Замышлявкин. Здравствуйте, профессор. Ага, мистер Самокатов и его троица подопытных кроликов. Сегодня я вам приготовил нечто такое, от чего взорвутся ваши мозги. Главный герой этого фильма, товарищ Циолковский, величайший гений своей эпохи, напоминает меня. Но никто и ничто не смогло остановить мистера Циолковского от однажды выбранной им цели. Так и меня. Никто и ничто не остановит в моем эксперименте. И вы для меня никто и ничто. Ну, это вы, в общем-то, и так знаете. Смотрите и трепещите. Дорога к звездам. Сиди, сиди. Ты прости меня уже. Так, музыка Преснякова. Ну, повезло хоть с музыкой. Интересно, старшего или младшего? Текст читает Левитан, то есть Левитин. Мы начинаем с рассказа об этом великом и скромном ученом. В начальной школе работает... Пиво привезли, быстрее! Тяжелая болезнь, перенесенная... Так, на тебе рублик, возьмешь 6 бутылок. А ты бегом за Таранькой. Сейчас мы полетим в космос. Только на этом шаре! Циолковский находил слушателей, летит, жадных до всего необычного, летит, интересного, нового. Петька, лови простыню, мамка уши отдерет! Видали, ёшкин ты кот? А что, ребята, я бросаю камень вверх... Не надо! Вы мне ногу отдавили. Так будет с каждым. Владимир Ильич очень любил детей. И воду. И нас с вами держит около себя, как пленников. Вот смотри, Петька, здесь белый, а здесь красный, а здесь я на лихом коне. Ты оттолкнешься, а земля тебя оттуда, из пустоты, вернет... Дурья твоя башка. Дяденька, дай хлебушка. И никак не вырваться. Эх, надо бы применить тебе head and shoulders. Тяжесть можно. Затянула бурой тиной 300 лет тому назад. Корабль, который может постепенно и двигаться, куда мы захотим, там, в пустоте. Но ну я вас умоляю, учитель. Остался. Там нет ни земли, ни воды, ни воздуха. Ни пива. Что? А хочешь, ты я мне? Тебе покажу, от чего можно оттолкнуться в пустоте. Интересно, бить будет? Надо ту опору, от которой... Ты хочешь оттолкнуться, взять с собой туда, в пустоту? Я не понимаю. Сейчас поймешь. Оттолкнуться можно от любого предмета, от любого вещества, имеющего вес, массу. Вот я тебе сейчас оттолкну. Вот ты сейчас неподвижный. Ну, держи. Нет, не надо! Я отталкиваюсь от весла. Ать!
От прижимай. Другого. Что вы делаете? От якоря. От скамейки. От бедра. От зонта. Господин Эдуардович. От пассажира. Мы едем или нет? Едем. Еще как едем. Мы едем, едем, едем в далекие края. В пустоте можно двигаться только так. Отбрасывая назад весла. Часть своей массы. Ракета. Ю. Ракета. Ракета из весел. Ракета, известная сотни лет. Вместо снарядов она выбрасывает газовую струю. Ракета летит за счет весел. Так, ракета летит за счет стрелок. Летят в разные стороны. Газа назад, а ракета вперед. Воздух. Почему? Почему я не посадил два кустика? Только мешает полету. Но сможет ли ракета развить космические скорости? Надо рассчитать, вывести закон ее движения. Дорогой Микки Маус. А в это время в Цюрихе. На гуд морген, Фройлен. На гуд морген. Шлюп, 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 шлюп. Гутен таг. Какие замечательные перспективы открывает перед людьми эмиграция. Выход в мировое пространство. Остановись, безумец! Это говорю тебе я, тяжести. Отец Исаака и Авраама. Посещение планет. Что? Отрекись от весел! Используй ракетное топливо! Беспочвенный фантазер. Сумасшедший мечтатель. Сатанист. Кому нужны твои реактивные приборы? Мафия приговорила тебя к смерти. Привет от Дона Лучиано. Что ты хочешь? Полететь чтобы в космос тебя на велосипеде? Петербург? Но ведь официальная наука не признает велосипедов. Повернулась спиной к русскому гению. Она подобострастно склонилась перед Европой. Циолковский писал тогда. Циолковский. Основной мотив моей жизни. Циолковский. Сделать что-нибудь полезное для людей. Вампир Циолковский выходит. Продвинуть человечество хоть немного вперед. В моем вот саду я интересовался тем, цветет сирень, я вас любил не спал. В 29-м году профессор Оберт из Германии писал Циолковскому. Вы кафтен und wisst, alle schlachten für alles und für Циолковский, alle weide bumsen bumsen, alle Оберт. Десятки, сотни, а потом так, тысячи энтузиастов. Тебя! Тащи сюда Циолковского! С помощью динамометра измеряли силу тяги. А точно тем концом ракету поставили? Дурак, переворачивай ее носом кверху. Затем пытались приспособить пороховые ракеты для движения по земле. Я ни о чем не жалею! Ракетные сани немецкого летчика. Мне будет не хватать тебя. Первая космическая ракета. Емеля на печке. По щучьему велению, по моему хотению. А без пассажира. Так как же она останавливается? Где же тормоз, а? То есть по щучьему велению или как-то по моему хотению? А, да, стой, а, мы трогаем. Финиш! Невыгодным. Так и не вспомнила. Начался за Кабул, за Кандагар, за весь наш аул. Он напоминал войну. Аллах Акбар! Глянем в будущее. Час, которого ждали столетия. Час первого вылета человека в межпланетное пространство. Эти трое... Эти трое первыми. Неудачников — байкеры.
Куда мы катимся? В будущем даже одного размера колеса не смогут сделать. Космический корабль. Корабль. Результат труда десятков тысяч людей. Open Air. Концерт на открытом воздухе. Многих академий, институтов, конструкторских бюро, лабораторий. Каждый из провожающих посылает сегодня в космос в этом корабле свой винтик. Так, мы запустим ракету подъемным краном. Так, товарищи, туалеты прочищены, бумага заряжена, освежители свежие. Да, все, в общем, да. Так. Благодарю за службу. Смотри, смотри, что делают. Целуются. Я тебе говорил про Мишку с Ванькой. Пока, придурки! Дебилы! Осторожно и осмотрительно вступает человек в неведомый. Надеть чапчики. Все трое в топку паровоза. Пробный полет. Шагом. Сегодня космонавты проведут в космосе всего несколько часов, летая вокруг Земли. Космос обит мягкой кожей. Надо проверить, как будет чувствовать себя человек в космическом полете. Надо закрыть топку паровоза. Механизмов и приборов. It's been a hard day's night. Чик-чик-чик. Вася, готовы? Ты взял плейбой? Готов. Готов. Даю сигнал. В будущем было простое управление. Всего две ручки. Похоже на стиральную машину. Так, стирка, отжим. Убрать куриную лапу. Отодвинуть странную нелепую конструкцию. Три к одному, что не взлетит. Опустить башенный кран. Так, все, сваливаем, давай. Папина победа. Ну что, взрываем? Начинаем. Взрываем. А теперь сушка. Так, двое голубых направо, остальные налево. Партизаны, сдавайтесь, вы окружены. Человек завершил свое дело. Теперь автоматы сделают остальное. А нитроглицерин поставит точку. Автомат включит двигатели. Интересные люди автоматы собрались на старте. Что здесь делают бородатые люди в черном? Хранители мировой безопасности. Саня, ты ко мне не очень-то прижимайся. Партизанин, выходите из леса, сдавайтесь. Что делать будем? А? Не сдаемся. Старт. А точно Челленджер было хорошее название для этого старта? Счастливо оставаться! Корабль набирает скорость. Ускорение. Вася, я не могу больше. Я сейчас обделаюсь. Корабль ощущает растущее увеличение своего веса. Ниже, ниже, да. Все, выше, выше. Преодолевая сопротивление атмосферы, корабль летит уже вдвое быстрее артиллерийского снаряда. И втрое быстрее весла. Кончилось горючее в первой ступени корабля. Отбрасываем космонавтов. Управляемая по радио, она вернется на Землю. Автоматически работает рули корабля, постепенно переводя его на заданную орбиту. Скорость продолжает нарастать. Вот уже 6 весел в секунду. Точно земля вернуть убегающих пленных. Вася, Вася. Отделилась вторая. 7 весел. Отбрасываем туалеты.
корабль по инерции летит все выше, приближаясь к заданной высоте. Похоже на космический шприц в космосе. Третий раз включаются двигатели. Скорость доводится до круговой. Ура! Фу, приснится ж такое. Смолк. Начался свободный полет. Корабль стал небесным телом. Он мчится теперь вокруг Земли в безвоздушном пространстве на высоте более 1000 километров. Вася? Но что это? Еху! Человек летает? Человек летает в дурацких сапогах! Ведь тяжесть исчезла. О, он симпатичный. Лети ко мне, пупсик. Что же произошло? Отчего наступила невесомость? Эть! 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 В космосе началась будничная работа. Ведутся наблюдения, держится связь с Землей. Алло, Земля. Чё надо? Отвечаю. Локатор дал высоту. Над Австралией 1200, над Европой 1300. Эллипс соответствует расчетному. Самочувствие хорошее. Буби козыри. А у меня на экране какая-то задница. А у меня какая-то муть. А где вообще экран? Солнце перегрело правый борт. Повернемся. Выключаю задницу. Коля, сиди тихо, менты, кажись, снаружи. Слушайте, а как выключается эта задница? Как метеориты. Нормально. Мелкие идут все время. Замечательно видны границы облачности. Вот откуда погоду предсказывать. Откуда? Из гидрометцентра. Да пошли вы все. Ребята, меня глючит. Сейчас зайдем в тень Земли. 7.05. Колю глючит. Опять космический шприц. 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 Шмамц. Пора испытывать скафандр. Чё? Не страшно? С тобой, дорогой, ничего не страшно. Помоги одеться. Сейчас мы вам. Вы нарушили воздушное пространство Советского Союза. Сейчас вы будете уничтожены. Зенитное орудие к бою. Держись, Коля, тараним гадов. Торпеды, тофс! Весь торпеды толкс. Рыбнадзор, рыбнадзор. Может, из миномета шарахнем? В синем лесу. Нам все тёлки дадут. Очередной нас плейбой напечатают. Очередной этап космоса окончился благополучно. Можно переходить к следующему. Можно переходить на надувной банан. И вот уже десятки кораблей отправляются в межпланетное пространство. Операция «Прощай, Америка». Ответ китайцев. Они доставят в космос материал и людей для постройки там. 12 миллионов китайских ракет нацелены на потенциального агрессора. Здесь эта ужасающая скорость незаметна. Нет ни воздуха, который свистел бы в ушах, ни толчков, ни проносящихся мимо встречных предметов. Познакомимся со станцией поближе. Здрасте. Кольцо разделено на отсеки герметическими дверями на случай пробоя метеоритом и утечки воздуха. Ведь за стенами пустота. Станция ведет огромную работу. Здесь собирают и разбирают глобусы. Метеорологов.
Есть игротека и компьютерный клуб. Угу. Наблюдая Землю со стороны, они видят облачный покров. А, Тань, есть еще жетончик? Сейчас дорисую собачку и подойду. Дежурство круглосуточное. Так, вот здесь вот распишитесь за кипятильник и сдайте одеяло. Хорошо, сейчас, да. Алло. Призовая игра. В океане возник большой тайфун. Движется на северо-запад. Срочно предупредите японских рыбаков. И срочно пришлите мне крем от усов. Необычные условия на станции дают возможность биологам проводить интересные эксперименты. В этом отсеке установите климат номер 5 и 8-часовые сутки. Ты посмотри только, как разрослась здесь гидропоника. По-моему, она пора сушить. Попробуйте солнце согреть. А это мы покурим прямо сейчас. Мечта физиков – лаборатория в космосе. Ваша работа по космическим лучам сделает переворот. Увидите. Достаньте оружие и убейте их всех. Попросите поскорее испытать мою новую пластмассу в условиях самых низких температур. Моя, твоя, не понимай. Хорошо, мы получили ее только сегодняшним кораблем. На станции работают филиалы самых различных земных институтов. Он спал мертвым сном миллиарды лет. Теперь придется проснуться. Пришли русские. Русские туристы пришел уже здесь. Человек. По-моему, даже два человека. Я раздавлю этого червяка. Дави меня, нет! Нет! Вася, тащи мангал! Петька, круто! Выгружай ватяру! Да, вот, доехали, наконец! Ура, без жен! Все так не нормально, вот! Ух! Пора испытывать скафандр. Пора испытывать скафандр. Ваши научные эксперименты произведут переворот в теории относительности. Вот увидите. Особенно ценными будут они для гастрономов. Для кого? Для гастрономов. Фидей, не для гастрономов, а для астрономов. Ты испортил нам всю сцену. Слушай, ну это все понятно, ладно. Но объяснит мне кто-нибудь, что случилось с Циолковским? Куда он пропал вообще? Ничего с ним не случилось. Считай, Кетчуп, что он жив и по сей день. Может быть, он и жив, и работает на МКС или телескопе Хаббл? Фидель, я не это имел в виду. Это лишь логическое продолжение связанного с тобой, Степа. Представьте себе, что мы можем связаться с ним по радио, включаем позывные. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Циолковский, это Земля. Вызывает Циолковского. Прием. Циолковской. 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 Я слышу вас. И очень даже хорошо вижу, мои дорогие. Что это вы там у меня так раздухарились, а? Может быть, в открытый космос захотели? А, так я могу вам это устроить. Внимание, выключаю подачу воздуха в лаборатории. Шутка. Но в следующий раз я так шутить не буду. Пожалуйста, осторожней со мной. Все, пока.
Пора испытывать скафандр. Не страшно? Помоги одеться.